сейчас с вами находимся в Республике Казахстан. Сейчас, конечно, день не солнечный, но вполне себе хороший. Сзади меня мы видим логистический комплекс под хранение фармпрепаратов габаритами 48 на 216. Подтверждением заказчика мы добились экономии более 60%. Это с 1500 тонн до 600, ну, чуть меньше 600, 579 тонн по факту реализации. Это двухпролетная схема каркаса на сварных двутаврах постоянного и переменного сечения по неразрезной схеме покрытия с применением эластока конструкции прогона. Мы умеем экономить, мы знаем, как это делать, и наши заказчики этим пользуются для своего блага. Освещение внутреннее, то есть если света нужно много, периодически можно на них согласиться, но это нужно сравнивать именно экономику. Да. А вот этот... А здесь вентиляционные вот эти воздуховоды здесь предусмотрены? Да, конечно. Приточка, выточка, да, да, да. Это все пропущено под ригелями, подвешивается как в прогонной системе, так и непосредственно к балкам покрытия. Как бы здесь технологическая нагрузка обязательным образом учитывается. Собственно, и система спринклерного пожаротушения здесь подвешивается, и воздуховод, ну, собственно, все подвешивается.